По подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере задержана 55-летняя женщина. На момент совершения преступления она занимала должность проректора одного из ведущих вузов столицы. Предварительно установлено, что подозреваемая обеспечила подписание соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на получение гранта для развития курируемого направления. После получения субсидий вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты было перечислено более 1 миллиона рублей. На самом деле все работы были выполнены сотрудниками учебного заведения, которые находились в подчинении у подозреваемой. А выделенные бюджетные средства были обналичены и похищены.